Итак, друзья, всем привет! Новый обзор. Сборочка, как и обещал, продолжаю на сборочку Athlon X4 870K. Давайте я вам покажу. Да, у нас уже стало традицией запускать CPU-Z и показывать характеристики текущей сборки. Немного разогнал его. У нас X4 870K Athlon, бюджетненький процессор и видеокарта RX 570 на 4 гигабайт. Учитывая ее стоимость, ее тоже можно назвать вполне бюджетной. Так, вот процессор разогнутый 4.6 и вот графика RX 570. Материнская плата у нас BioStar H68 MDE. Так, ну что, возвращаемся в игру. Все, мы здесь. Ну, давай. Ну и прогружайся. Так, раздуплилось настройки. У нас графика стоит на ультрах. Ультра, пресет ультра и Full HD разрешение. Так, побежали. Где у нас здесь? Где враги? Где враг? Ой, я даже кого-то убил. Вижу врагов, где они? Где враги? Рейсер бегает, да? Ого. Кто-то там стреляет, да? Ой, больно как. Больно? А! Прибежал, да, товарищ? Какой-то магический. Прям сзади зашел. А я думаю, кто меня вот так вот дрюкает? Странно, что 70 кадров я вроде лог не ставил. Давайте посмотрим. Синхронизация отключена. Странно. То есть ограничений по количеству кадров нет. Ну, в общем, как-то так, ребят. Какой-то странный лог стоит на 70 кадров. Наверное, может и больше выдавить. Так, куда тут идти? Идеально. Прыжков, ой. Ай. Больно. Ой. Ого, сколько здесь, капец. Дива, да, это, кажется, дива? А ну-ка, тут я. В общем, как-то так. Так, ребят, ну что, по Overwatch все понятно. Игрушка без проблем. Очевидно, у меня стоит какой-то лок на 70 кадров. Игрушка вытянет еще и больше на утра. Переходим к следующей. Итак, следующая игрушка у нас первая батла. По настройкам графики у нас Full HD разрешение, 12 DirectX и средний пресет. Напомню, сборочка у нас бюджетная. У нас Атлончик X4 870K и RX 570 на 4 гигабайта. Какая музычка идет такая интересная. Что-то далеко от нашей команды. А за кого играю? А за медика. У нас уже дирижабль. Подлечим сами себя. Прикольная игрушка. Я когда-то в нее даже пробовал играть. Зависал. Графика интересная, геймплей. Вот как раз на днях куплю 5-ю и пробую ее протестировать. Ну, конечно. Посмотрим, что да как. Ну что, ребят, по первой батле все понятно. Переходим к следующей игре. Итак, друзья, следующая игра у нас War Thunder. По настройкам... А как тут настройки показать? Интересно. Так, что-то я туплю.
вот. Так, графика. Графика у нас стоит максимальная. Full HD разрешение. Погнали, наши городские. Куда тут нужно ехать? Так, направо. Что у нас за танк такой? А, ой. А я правая клавиша, получается, меняется, да? У меня БТ. БТ, русский танк. Советский танк. Мы здесь должны захватывать точки, да? По кому они все стреляют, непонятно. Да, видим, что игра более требовательная к графике, то есть к видеокарте. Хорошо идет, да, скорость такая хорошая. Слушайте, ну и графика в игре приятная. Это свои, да? Свои. Ага, вот, выехал, не свой. Где? Получи. Он... Да, попадай или не попадай? Или он уже все? Или мы его уже... А, вон. БТ-7. Есть. А, я его убил. Ха, круто. Круто, 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 круто. Один подписчик сказал, что в этой игре нет линии ХП, хитпоинтов, потому что типа игра менее аркадная, а более как симулятор, да. Как бы не артиллерия. А тут еще артиллерия есть. Круто. И самоли летают. Ну что, ребят, по War Thunder, ну все понятно. Предлагаю переходить в следующей игре. Поехали. Итак, друзья, завершающая игра в обзоре, это Fortnite. По настройкам вы все видите, Full HD разрешение. И у нас более 100 FPS. В принципе, вполне достаточно для того, чтобы играть комфортно. Для киберспортсменов. Я знаю, что некоторые пишут, что вам важно, чтобы показывали настройки там вот именно такие. Потом некоторые пишут, что вы показывали настройки все там высокие или низкие, да. Ну, в общем, всем не угодишь, но я попробую, если будет время, снять отдельный обзор. Ух ты. А, это, наверное, один из немногих моих убийств. Я даже не знаю, как его убил. Он просто прыгал, а я просто старался попасть ему в голову. Жесть. Жесть, честно говоря, я даже не ждал, что убью его. Ну, в общем, на этой позитивной ноте, думаю, обзор подошел к концу. Если вам не хватило каких-то игр, и, ребят, я видел, что вы писали игры, обязательно запланировал для себя уже обзор по всем играм, которые вы писали, выберу время, просто времени реально не хватает. Что по этой игрушке еще протестировать, пишите, обязательно протестирую, выберу время. И в завершение всем вам здоровья. Помните, самое главное в жизни здоровье, поэтому будьте здоровы, все остальное вам потянется. Все, пока. Второй. Это какая-то жесть. Я даже еще нет. Все, ребят, теперь точно пока. Все, всем благ.